Всем привет! Недавно я купил 3D принтер, теперь начал его осваивать. Самое интересное для меня это научиться моделировать свои детали и печатать их. В видеообзоре этого 3D принтера я говорил, что он расположен слишком низко над поверхностью стола. И потому вначале я решил немного поднять принтер над поверхностью стола, чтобы металлические детали не могли поцарапать столешницу. Для этого достаточно изготовить 4 шайбы и подложить их под ножки. Буду печатать сразу все 4 шайбы, так получится быстрее. Вот такие шайбы у меня получились. Но как оказалось, винты слишком короткие, их пришлось заменить на новые. Теперь принтер расположен выше, по-моему, так намного лучше. Между столешницей и принтером появился зазор. Теперь я могу быть уверенным, что столешница не поцарапается об металлические детали принтера. Моя следующая самоделка – это небольшая декоративная шляпка для самореза. В программе для черчения она выглядит вот так. Мне пришлось освоить основные приемы для черчения и научиться делать спорки из нескольких деталей. Ведь эта вещь состоит из нескольких деталей, и перед печатью нужно убедиться, что они хорошо подходят друг другу. Я сделал зазор между крышкой и корпусом в 0,2 мм. С учетом того, что поверхность после печати немного ребристая, такого зазора должно быть достаточно, чтобы детали вставлялись плотно. Распечатываю эти детали. Вот так выглядит сборка. Крышка вытаскивается достаточно легко. Чтобы ее вытащить, нужно приложить небольшое усилие.
Если она будет вытаскиваться слишком легко, то можно подложить между крышкой и корпусом какую-нибудь бумажку или шерстяную нитку. Вот так это выглядит на стене. Кстати, эта вещь мне была нужна, чтобы повесить панно на стену. Так гораздо лучше, чем вешать панно на саморез или металлический крючок. Теперь мне не обязательно искать, в каком магазине продается подобная мелочевка и ездить за ней. Я могу сам смоделировать такую деталь, как мне нужна, и распечатать ее. Ссылки на модели я оставлю в описании под видео. Если вы не смотрели обзор моего 3D принтера, советую его посмотреть. Дальше у меня на канале будут появляться другие видео по 3D печати, разным самоделкам, программированию и тому подобным вещам. Если вам интересна эта тематика, подписывайтесь на канал. А на этом пока что все. До свидания и до встречи в следующих видео.